прицеливаемся, руку заводим назад. Короче, чуть себе пупок не надорвал. Это палец, точнее фаланга от большого пальца. Так, сейчас будем делать этот членинж местный. Что, родные мои, обнимаю с тремя своими ногами. Прежде всего, это рубрика «Хорошие новости». С 22 по 28 августа проект Blood Travel летит на Алтай. Что входит в программу Blood Travel? Собственно, прежде всего, безопасная, комфортная среда обитания и перемещения. Также трехразовое питание, завтрак, обед и ужин, авторские тренировочные программы от меня. Заселение на базе отдыха с прекрасным видом на ледники и горы и с прекрасным пейзажем на открытом воздухе, где мы будем с вами вместе дружно тренироваться. Помимо всего прочего, предусматривается поход к месту силы, восхождение на гору и также на ледяное озеро. То есть энергетические напитки, нарды, шахматы, бой с тенью, увеселительные пищевые гастрономические изыски, прогулки, пешие прогулки на машинах, свежий воздух, пробежки в гору. Все это вас ждет в проекте Blood Travel летит на Алтай. Итак, если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, проходите по ссылочке в описании, спрашивайте, задавайте, только не мне в личку, а вот по ссылочке в описании, там вам быстрее ответят, сориентируют и по цене, по стоимости, также на все ваши вопросы. Все. Спасибо, что смотрите, благодарим за доверие, увидимся на Алтае. Че, работаем? Всем добра и безопасной, комфортной среды обитания, прежде всего. Мы находимся в Костроме и случился... Нет, сейчас буду вносить снюс внятности. В общем, едем мы сегодня на машине с Андреем Николаевичем со съемки по делам. И вдруг он замечает вывеску, здесь метают топоры. Да, я, собственно, обескуражен. Еще такое название петербургское, Раскольников. А я, соответственно, беру, начинаю в директ ябедничать. Говорю, уважаемые мои камни, волки мои железобетонные, несите ясность, пожалуйста, что за заведение? Действительно ли метают топоры? В чем суть, в чем соль? Соответственно, директ был разорван, как британский флаг, вот так вот просто, на разные части. И, соответственно, сказали, что владелец данного заведения интересуется нашим творчеством, знает, видел и рад нас принять. Но! Знаете, в чем основная загвоздка? В том, что заведение работает до 10 вечера, а сейчас у нас 22, мать его, 40. Потому что мы позвонили, они сказали, ради таких гостей, ради такого случая, мы все открываем, созываем персонал, точим топоры, готовим самую вкусную еду. Welcome, приходите. Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Я знаю, это моя подруга Тина Рыбакова. Я, блядь, не буду вообще ничего говорить. Здрасте. Здравствуйте. Здорово, парни. Спасибо, что приютили. Кому идея пришла такая? Мне с партнером с моим. Мы сейчас в Ярославле открываемся. Саш, доставай орудие труда. Меч. Меч-леденец. Топор-леденец. Первое. Ваша дорожка получается номер 3. Если мне что-то случится, допустим, как с первой, вы просто нам сообщаете, переходите на другую через бар. Ну, она вот грустная. У нее, допустим, там доски обломились. Там грустный. Саксофон. Второе. У вас будет 6 снарядов, то есть 2 топора, 2 меча и 2 сюрикена. Метаем мы только по 2. То есть мы метнули 2 топора, даже если мишень не поразили, на коврике лежат. Мы с коврика снимаем, накладываем или вбиваем в пень и продолжаем метание. Можно те же топоры метнуть. Но только по 2. Собственно, по метанию. Выставляем руку вперед, через правое плечо мы смотрим, чтобы сзади никого не было. Вот как этой камеры. Потому что при замахе можно задеть, там черепно-мозговая и тому подобное. И при бросках, то есть мы метаем первый топор, он входит. После метаем второй, по сценарию он мимо летит. Первым делом мы снимаем верхний топор, после нижний. Это сделано для того, чтобы когда вы ищете нижний где-то внизу, вы поднялись сюда, и он не упал вам, собственно, на голову. У нас есть палец живой, сейчас покажем. Но это не связано с топорами, короче. Это пальцовка. Стопочка такой, такого напитка стоит 15 тысяч рублей. Это там алкоголь как раз нет. Сотрудник пилил доски не для этого заведения просто. Блять, в натуре, ну, мерзейший, разъебанный, разбухший палец. Кто-то пил? Конечно. Так. Ножку ставим красной линии. Прицеливаемся, руку заводим назад под углом, смотрим, нет ли никого сзади, и с помощью корпуса направляем топор. Отлично. Вот ты, кстати, сейчас лизнул. Надо немножко топор почувствовать. Надо попривыкнуть к нему. Попробуй клинком сейчас метнуть. Синяя
последние точки по бокам, они засчитываются 10 баллов. То есть максимально при турнире можно выбить 100 баллов. Ну, любители, как правило, убивают там 50, там 45 и забирают денежный приз. То есть платишь 300 рублей, он помещается в призовой фонд. Его, кстати, недавно обнулили. И потом в конце месяца мы звоним человеку, который выиграл, и он приходит с этой банкой и просаживает ее прям все у нас. Есть у нас вот такой еще топорчик. Это с карликами. Нет, нам делать. Карлик нужен для этого. Есть карлик? На стороне карликов много? Не знаю. Сколько на килограмм? 80? Килограмм 90, мне кажется. На сотку. Нет, сотку? Сотка. Нет, нет, сотки. Таких приколов я нес в детстве чугунную ванну сдавать в жало. В жало, чтобы не делиться, короче, чуть себе пупок не надорвал. И пару лет назад я к нам в зал поребрик 100 килограмм, 1,5 километра. Ну что не сделаешь спереди ради зала, да? 100%. И потом еще какой-то чел сломал. То есть он ее кинул на пол, и я был очень недоволен. Good morning. Присед. Добрый вечер. Ограничение по выпитому алкоголю есть какое-то для метателей? Как правило, кто выбивает такой килшот, тот не пьет. Я имею в виду, ну сильно пьяным даете топоры? У нас обычно происходит после уже метания непосредственно. О! Метательный оргазм вашему вниманию представлены. Два мяча. Это на безобородку? Да. Что поражает мяча? Если мы докручиваем, то он приземляется плашмя, если прикасается. Если клинок вверху, нужно подальше отойти. Если рукоять, соответственно, поближе подойти. Бах! Сюрикен. Опасные острые. Тут самое главное, не как его метать, а как его доставать. Берешь палец, смачиваешь аккуратненько, прям очень аккуратно. Ну такой замедляющий, подуспокоится, да? Смотри, там стропон, он с присосками был, его метали, и он, видимо, износился у члена. Да, у него оторвалась эта штука там. Я видел целую нарезку, знаменитое видео в Америке, где чуваки его метают по-всякому. То есть они его там с небоскреба кидают, потом берут мяч вот этот большой, на него ставят, вот так тоже бьют, он подлетает. Потом чуваку в лоб кидали, короче, чтобы он воткнулся. Слушай, у нас услуга такая есть. Стропон. Нет, стропон. У нас есть дротики, у нас это непрописная такая истина есть. Ты можешь позвать руководителя, это Володька Лихотин, это второй мой партнер. Платишь ему 15 тысяч, и в жопу 3 дротика можно засадить. Но он заболел. Он с тех парней его. Как зовут парня? Ну вот, давай. Что за как стыдно стало? Да вы что, парень? Давай, спасибо. Мы вчера кольцо подарили. Что там, демонстрируй. Видели, забыл. Виктор Евгеньевич, демонстрируй подарки. Книжка. Пацаны думают, что я умею читать. Или вы разорвать ее? Нет, нет, нет. Сначала почитать, потом разорвать. Хорошо, я обещаю, прочту. Вот в номере это очень пригодится. Вы знаете, в каком я живу? Тоже покушать. Мне кажется, хабанера острее. Она вкусная. Так, и вот тут что-то интересное. О. Спасибо, Луки, очень приятно. Письмо любви. Напишем на листке, чтобы не портить книгу. Угу. Мотиватору теплый привет с далекой Костромы. С большим уважением, Александр Ефремов и Алексей Зайцев. Бля, мужики, спасибо, пиздец. Приятно. Серьезно? Конечно. Да вы че? Это фирменная посуда. Мы тебе подарим палец с напитком. Серьезно? И стопочки, чтобы лопать это все дело. Серьезно? Да, это стопочки с пулями внутри. Прикольно, это очень актуально в нашей сегодняшней съемке. Да? Мы сегодня стреляли и вчера стреляли. Андрею ему уже подарили коньячницу, тебе целый набор. Держи. Спасибо. Пойду Андрею Николаевичу покажу. И тебе тоже, дорогой. Спасибо! Спасибо! На операторов обычно всем попусы. Кормят, ничего им не дают, видишь? Я с оружием просто, поэтому... Класс.
Брутальненько, очень класс. Вообще, спасибо большое. Очень приятно. Это палец, точнее фаланга от большого пальца. Похоже на залупу, но это палец. Видите, там есть отпечатки. Этот человек не пользуется айфоном теперь. Он напиливал доски. И делал это неправильно по технике безопасности, делал это в перчатках. С помощью циркулярки его засосало в эту пучину. Он находился там вот в этом помещении. Ну, это в самом начале было. И я выходил на улицу, что-то делал. Слышу, такой, я такой, ты ебешь, что ли, кого? Захожу на кухню, он бледный и вот так вот за палец держится перед водой. Ну, холодной водой. А? И сексуально стонет. Я такой, что случилось? Ну, посмотри на барную стойку. Я захожу, и здесь лежит фаланга пальца. Я понимаю то, что он пилил эту штуку. Ничего, ее пришили, он с ней погонял. Она потом почернела. Он стрелял с арбалета и тетивой. Ее отфигачило. Он теперь получает пенсию, так что все. 15 тысяч рублей стопочка. Кто пьет, говорят, похоже на подмышку. До этого надо, блядь, попить подмышку. А сколько пенсия, вот, не в курсе? Там рублей... Серьезно? Да меньше, рублей 15 он получает, край вообще. Мне кажется, вам... Он потом у нас еще поработал, и мы... Ну, он косячил, но мы его уволили. Я такой, бля, пацаны, я вас палец оставил. Ну, как-то надо... Рассчитаться, блядь, со мной. Ну такие, блядь, 2 рубля. Давай, блядь. Ты не торгал. Он, короче, взял 2 рубля и исчез. Проходит полмесяца, тут другие ребята уже работают. Он приходит, ну, чтобы вы понимали, заходит, такой, ребята, я, блядь, здесь работал, там, уважаемый человек. Он говорит, о, привет, привет. Я тебя посрать пошел. Пошел, значит, и вот то окно открыл, которое у туалета. Они не посмотрели, что оно закрыто. И он, короче, ночью залез сюда и... вынес кассу. И но... отпечатков не оставил. У нас все на камерах было. В общем, он вынес кассу, но прикол в том, что мы поняли то, что ну это в любом, блядь, случае он. Там стоял призовой фонд, в нем было 20 тысяч рублей. А из кассы, ну там инкассировали, там размен был там 1005, наверное. То есть он взял 5. Ну то есть 5 спиздил, а пятнашка, которая в банке была, просто осталась незамеченной. Да он и так себе палец отрезал. В принципе, сполна воплотил. Восполнился. Не писали заявление? Да нет. Так трахнули и все. Просто, да. Торпеду запустили, блядь. Чисто. Ну, тут по губе. Одногруппники в институте на 2-м курсе парни поехали по программе Work and Study в Америку. Один из Чебоксар, второй из Переславля. Причем они жили в общаге на одном этаже и, не сговариваясь, встретились в аэропорту Атланты. Они говорят, ты куда? Он говорит, я вот газонокосильщиком устроился. Он говорит, а я посудомойщиком. Они так проработали где-то месяц, ну вот, потом что-то им это не особо понравилось, там не очень за это платят, плюс еще ебут, если, допустим, то есть он говорит, я газон постриг быстро и сижу ебланю, нихуя не делаю. Там так нельзя, надо что-то делать, ходить туда-сюда, ругают. Они сговорились, один устроился в казино барменом, мгновенно сделал себе слепок ключей от задней двери, воспользовался каким-то поводом, типа, что его не ценят, не любят, говорит, уволился. Ночью они вынесли нахуй весь алкоголь с бара. Вот, отнесли его в подвал дома, который там снимали. И вот, по сути, вот остальную программу, там 2.5 месяца, они торговали подпольным алкоголем. А им еще повезло, они потом еще нашли кошелек с кредиткой и по очереди ходили, покупали эту технику в супермаркет. Ну, так, сейчас будем делать этот членинж местный. Ножка. Оп. Спасибо. А сами от таракани? Нету сотки там. А я сейчас что, подниму килограмм? 80. Ну да, 13 лет. Хорош. О! Молодец еще. Ты чувствуешь, да? Очень круто. Сыщ, брат, приезжаешь к Острому, залетаешь в Князево 11 напротив роддома. Клуб метания топоров Раскольников. Мы ждем. Именно тебя. Телефон 500-208. Олимпик Холл, Полянская, не знаю какой адрес. Я тебя жду. Пожмем. 255. Бля, какие-то слова, цифры. Что происходит? Мало того, что мы сюда пришли после закрытия, в нерабочее уже для ребят время, так еще и обнесли, получается, бар. То есть принесли подарки, местные камни костромские, подгоны осуществили, и также прекрасные вот эти вот алкогольные или чай, питейные наборы. Очень прекрасное место. Все-таки Кострома не только солью и хлебом встречает, но еще и топорами, вкусняшками и брутальными
заведениями. Процветание ребятам, заходите, если будете проездом. Очень крутая идея, я прям доволен, рад, ну, за ребят, что прям реализовали, молодцы. Мне кажется, вам нужно что-то такое открыть. Все, пошел пиздить идею. Не пиздить, а вдохновляться. Да, вдохновляться. Если что, можем вместе. Так что номер телефона, да. Есть? Оставили? 50-25, что-то там ты говорил. Я не оставлял. Нужно было оставить. Ну, в инсте напишем. Обязательно, потому что если результат победителя будет, то мы возвращаем средства, которые были вложены. Запиши мой телефон. Всем спать, погнали! Все вижу.